В больничной ночи вспоминай свое детство и плачь. И жар, и ангину, и окна с заснеженной далью. Придет Еворонова к нам, участковый мой врач, и папа ей двери откроет с бессонной печалью. И мама грустна, и в глазах ее мокрая муть. Одна Еворонова с радостью необычайной то трубкой холодной вопьется мне в жаркую грудь, то в горло залезет противной ложкою чайной. Я с ложкою этой борюсь, как с ужасным врагом. «Ты скоро поправишься», — мне говорят, — «вот увидишь». Потом Еворонове чаю дают с пирогом, и с мамой веселой они переходят на идиш. Ах, Ева Ароновна, если ты только жива, склонись надо мной, сиротою, во тьме полуночной. В больничном аду повтори дорогие слова. Ты скоро поправишься с травмой своей позвоночной. Попей со мной чаю. А если ты тоже в раю, явись мне, как в детстве, во сне посети меня, словно ликующий ангел, где чайную ложку твою приму как причастие восторженно, беспрекословно.